В столичном СИЗО сокамерник зарезал заточкой педофила, ожидавшего приговора. Уголовное дело закрыто в связи со смертью подозреваемого. Мигранта отправили в следственный изолятор, где его сокамерник совершенно не обрадовался такому соседству. В 2023 году был задержан мигрант Расулбек недалеко от детской площадки. Он занимался непристойными вещами, смотря на детей. Вначале его задержали родители, а после сдали в полицию. На время следствия его посадили в СИЗО, его сокамерник узнал, по какой статье присел мигрант, и у них начались постоянные конфликты. Как позже рассказали сокамерники, русский зэк начал постоянно притеснять и унижать мигранта, ежедневно ему доставалось и от сотрудников СИЗО. В среду на этой неделе в камере вновь произошел конфликт. У мигранта, видимо, закончилось терпение, и он решил дать отпор сокамерникам. В итоге мигрант был зарезан заточкой, он скончался, находясь в камере, медицинскую помощь ему не успели оказать. Как стало известно журналистам, в камере к новому заключенному применили насилие, а затем убили. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Конкретных подозреваемых в деле пока не появилось. Предстоит достаточно большой объем следственных действий из-за того, что в одной камере с погибшим находилось много людей, заявил журналистам заместитель руководителя отдела управления Следственного комитета.